Тебе, конечно, салон забагался. Наверное, 10 тысяч. А, опять. Да, походу опять. Совершенно не нужно, можешь мне отдать. Я здесь собираю хипала, короче, буду хилить вам все, что можно и все, что нельзя. Так, смотрите, по бафам вроде там никто не падал, сейчас ману риснем, нормально все будет. Первое не замедлять. Не, будем стопать, короче, первое не замедляешь. Потом двоих сразу на переходке замедлишь, как обычно. Давайте чек на пул. Так, что там, повороте? Так, повороте готов. Давай, иди пей куклу. Отличные новости. Ну, начали уже. Первого не замедляй, на переходке сразу двоих замедлишь. Чему передаем, в лужах не стоим, будет ХП. Давай тут. Куклы нету. Ваня, где ты там? Пью. А. Ну, так, давайте в центр собрались, сейчас будет зеленый выливаться. Ну, я вообще, я кричал там, что тут не бейте босса. Стопать, не бейте. Стоп по боссу. Не замедляй первого. Камелики бьют. Типа зеленого. Да нормально, отбейте все зеленого. Сбежали все. Убивайте зеленого. Морали, как там дела? Даже царь таргет не выбрал. Красный бейте красного. Нафига мне к нему походить. Красный бейте красного, зеленый к столу. Так, играем. Зеленый, красный. По дебафам. Так, паладины, будет смена сейчас красного. Приготовьтесь, боб кидать по цели. Сбежались в зеленый. Боб по цели красного сейчас. Там Олег на месте бежит. Если на него кинется, надо будет тоже. Так, суслятина, блинкуйся. Я почти напил, чтобы второй раз замедлить. Так, там вроде уже не бежит, вроде с нами. Мана, а не, бежит. Ну ладно, перчего не хильтик. Сейчас будет красный выливаться. Милики босса бейте, РД сейчас красного вылез, а будете красного бить. Пельмени аккуратно. РД для красного, милики профа. Yeah.
Ну, Гриша, резай мида. Давайте, идемте в центр, сейчас будет зеленый. Смотрим сейчас пельмени, готовьтесь, она будет в стороны, центр, стороны ушли, пельмени. Смотрим, зеленый, сбегаемся в цель. Так, на ком там? Сбежались к черепу. Все, добивайте зеленого, в цель сбегаемся. Пельмени, центр, сбежались. Дайте по миду там баф какие-то, приставав каску, лапку. Давайте, красные выливаются, РД красного, Америки профа. Вам 2% по боссу. Да, нормально. Так, давайте красного РД бейте, Америки профа бейте. Так, не резайте его. РДД красного. Да все, не будет зеленого, сейчас будет переходка. РД добивайте красного, Америки босса переводите. Все, переводите профа. Так, давайте сейчас переходка. Красные убьют красных, зеленые к столу ушли. Давайте смотрим, по дебафам бьем. Замедли двоих. Дал Геру. Играйте по дебафам. Райли и Скарлетти. Допивай лужу, Ван сейчас будет уже ухо диспелиться. Так, зеленые сбежали все. Сейчас будет смело. Красного добивайте. Все, добили, играйте по профу. Я думал, что успею еще раз замедлить красного. Да ничего. Ладно, забирай, Ваня, забирай. Так, добивайте без дивана, без ничего. Листните мида. Бесплатно надо кому-то. Да, давай мне, я заберу. Рольте токен. Ваня, обычные есть паловские? Да, один. Пожалуйста. Мид, ты с нами? Блять, я кого забыл сдать. Ну если повороте шкаф поставить, то мы с меня. Кого? Рады. Шах, 1.5 минуты. Лич, там лич остался и все. Так, охотник, ты знаешь, что до исступления будет дисплей с каждого шаркающего, то танк умрет. Да, да, да.
У меня, ну, спек со станами, короче. У меня, ну, все эти в станы уходят. Не могут, это невозможно. Давайте поспорим, блин, на что-то. Я могу поспорить с вами на миллион. Да, у шаркающих 18 секунд, когда стану у тебя 15 секунд. То есть они оба. У меня два стана. Массовый и точечный. Вот и все. Этого достаточно. Достаточно. Ты одну, три через одну будешь ловить. Тебя на каждую четвертую у тебя не будет стана. Тут понимаешь, в чем смысл, что когда, короче, этот самый второй, он не появляется сразу, он появляется, и когда, должна быть вот эта четвертая. В принципе, да. Если нормально будет, то тебе хватит. Ну, да я шарю просто как делать. Сейчас по груху выбью. Так, давайте, значит, паладины. Первый стан как огурчик, идешь на первых и третьих валькирах по прыжочку. Мейфрейм второй по ромбикам. Первая волна валькир и третья волна валькир. Так, ухластик. Стой. Давай я буду станить печеньку в любой волне там. Да я могу в каждой волне станить. У меня стан 30 секунд на каждой вальке. Ну давай, это мейфрейм станешь печеньку на каждой волне, как огурчик, а ромбик на первой и третьей волне. Так, тогда первая, давайте все волны, тогда будет рога, станете на трусах. Ухнастик на вторых и четвертых валькирах печеньку будешь ставить, станете. Ну, остальные будем сливать. Это вары забафить сейчас. Близ. Сейчас кулак. Так, давайте. Shadow DC сможешь подиспелить? Да. Хорошо, DC подиспелю. Теперь Инер, Гриша, мне, Пухнастик, Когорчику и Анага на... DC тебе, да, надо будет, на Анага на DC. А Анага, Эрдру сам себе будешь заливать. Так, смотрите, давайте еще там по бафам. Чек на пул давайте. Каска 7 минут обновите. Спасибо. Так, касочку обновите. Да-да, секундочку. Так, вас там, короче, пока запустят. Мид, ментор, ты готов? Давайте вас добавят, я пока запущу. РТ стоим в печеньке. Ладно, звездочки. Цели прибыли наконец, хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через взрыв, не забывайте, блядь. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Да, Локи, кидаем проклятие косноязычия на лича, там на духов, на всех кидаем, чтобы скудение выносилось, а чтобы духи не дышали. Да будет так. Прям как тост. Станьте звездочкой. Так, смотрим, заражение сейчас будет. Так, сейчас будет. БДК все проходим. Мирики, все проходим. Так, смотрим, чума 2 секунды. Чума на... так, на ком там? Мой диспельте, сам себя диспел. Так, смотрим, ловушка. Стоим. Смотрим, ловушка.
РДД. Мелики там стойте, пока смотрим. Чума 2 секунды, чума на... Так, маха ДК. Так, забери упыря. О, тут один... Да, упырь в рейде, на нем чума. Смотрим, мелики, мелики, мелики. А нет, там печенька нормально, там нету на нем чумы, забрал уже. Ну, на предыдущем был. Угу. Так, смотрим, сейчас ловушка будет. Милики, 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 милики. РД проходим. Смотрим, чума, выносим чуму. ТТМ выноси. Все, Ваня, можешь на край уходить, дисплей там шарк вообще главное. РДД. Давай, БДК к нам веди. Больше трэш не забирай, пусть эти улетают. Скажешь, Катя, тебе там зубы надо будет дать или кабель. Да, уже все. Смотрим, ловушка. Да, все, уходи на край, протопал, все уходим, протопал, аккуратно. Не в ту сторону. На край, дай сакру. Блять. Падайте. Ум шоколадка. Оу, непачный тролала, блять. Блин, я еще и прожал, прожал. Один дон-дон, чё там так-то было. Чё-то не застанил ты. Не, я не попал. Такому жизни готовила. Сейчас будет мой косяк. Кстати, вот видел? Шаркар сдох казан, ну типа. Да видел, там на один тик хп было, но не прошло. Так, давайте подходим, все, ждем там рыбу, ставьте, кушайте, пока не бафаетесь. Вот мы сейчас с чуваком, короче, спорим, где инсты сложнее, на ваниле и на БК. Вы как думаете? Не знаю, давайте, можете фулбаф давать, поставьте рыбку, кушайте. Давай. А что такое ванила? Что это такое, блядь? Классика. Такое чувство, что на другой планете, блядь. Так, давайте смотрим чек на пул. Скарлетт, Мяша. Можно. Каску по пристав нету. Дайте каску по пристав.
пристав каску. Да, есть каска на пристах. Нету. Подождите. Есть. У Ахмару. Подождите. Хорошо. Так, ну короче, там я запускаю. Мольжер, ты тут? Там банки на несокрушенной броне есть у кого? Нет. Давайте там, ну, я пока запущу, вы там добавляйтесь скриншотами. Маха ДК, майфрейм. Все, запустил там, смотрите. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрик. Так, а не на переходке, не на сюда сворачиваешь, а на ту сторону, как раньше. Ну да, я понял, я что-то. Сто лет не играл. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Там валькирии будут вары, там сухожилия режьте, там замедляйте. Да я буду кидать вот этот щит мстителя. Он там. Давайте, бой начинается, 3 секунды. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Бежим, РДД. Чума, 2 секунды, смотрим, выносим на... Моджер. РДД, милики, проходите. РДД, милики, проходите. Так, милики, протопал, все проходим, протопал. Чума, 2 секунды. Ваня, чума. Блять. Аккуратно, ловушка. Сорян, пацаны. РДД. Так, сейчас второй шар вообще будет, а то все. Так, ловушка. РДД, все, второй шаркающий вышел, забирай его, иди на край. Так, она горесы, пухнастика. РДД, милики. Ладно, потом блеснешь, давай, иди сюда. Пухнастик, не отходи там далеко. Зубы, да. Дайте зубы на протопал. Сдуло. Падаем. Пусть Хант одного диспелит второго, а, ну когда они оба есть, а ты только да одного станешь. Да он просто вырос, типа, в конце, понял, типа. Ну, типа, как, ну, второй умирал уже, у него осталось там 1%, типа, он, ну, он был без берсы, типа, он просто вырос, это что на 10% там у него увеличается урон, вот и все. Вот, он был без берсы. Типа тут косяк не из-за того, что они выросли. Да, это преступление, под берсой он не мог ударить 80 тысяч. Он не был под берсой, я его застанил, у него перешла берса, я ж держал его в таргете, там был 1% хп. Берса увеличивает его урон в 2 раза. То есть он бьет не 20, а 40 тысяч. Ну, когда у него... Увеличивает 3 раза. То есть он бьет не 20, а бьет... Точнее, наоборот, сейчас по 30 он бьет. Не 60, а 90. Ну, в принципе, тебе ударил 80. То есть это не берса, это иступление было. Застанил его в иступлении. У него не было. У него был дебаф, типа, что 10, ну, при 10% хп.
Я же видел и держал моба в таргете. Я тебе говорю, что ты умер не от берсы, это исступление было. Под берсой не может ударить 80 тысяч. Берса спокойно переживается без дефа вообще. Исступления нет. Да пускай снимает, мне все равно, типа, просто, ну, я ж видел, если бы я снимал мувик, ты бы видел, что там, ну, типа, была эта хуйня, что при 10%. Тебе еще раз говорю, он не может так вот. Ну, значит, может. Значит, у меня не хватает. Ну, значит, у меня капов каких-то не хватает. Либо еще чего-то. Дайте шкафчик. Тыкайте на сумы. Там ДКшки, может у кого-то там АДК спек есть, у вас три форста как-то. Тыкайте на сумму. О, Слава, у тебя же АДК есть? Есть я Даню спекнуть в танк, а Вайда ванхолик, тогда мне Толик понравится. Слава, есть АДК? Нет. Ну ладно, ну давайте все тут фулл баф, давайте. Ты же орал, что фрост для бичей и все прочее. Славик, как так? Ну фрост так-то самая интересная ветка у ДК по факту. Так, давайте вас тут добавлю, чек на пулы пока запущу. Лапу дать. Пухластик, анага тут. Так, все, тут запустил лича, короче, стоит. Там чего не хватает, пишите. Там лапку просили, дали лапку, все есть вроде. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Там на второй фазе СС, он летаем на БДК. Крейзи Варлок на протопала, повороте. Оставь, пусть будет. Чтобы готовый был. Но я не буду слушать. Твои... Где протопал-то, я его не вижу. Сейчас он подойдет. Ваня, где ты там? Не-не, на второй фазе, после того, как Валькирия спустится, мы обратно перейдем, сейчас не надо. А, все, понял. Давайте, бой начинается. Диана без понятия даже, все равно, наверное. Так, маг ДК, милики. РД в звездочку, смотрим. Чума 5 секунд, шаркающий. Так, чума выносим. Мэрс, маг. Протопал, все проходим, протопал, Ваня, проходи. Все проходим. Там Войд, пускай миликов подводит, я шаркаря тупо не доставал в тот раз. РДД. Так, чума 2 секунды, чуму смотрим, выносим. Так, чума на Энджори. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. РДД.
Баня, дальше отойди чуть. Смотрим, сейчас шаркающий вылазит, а то все. Так, РДД, РДД, все, Ваня, на край уходи. Шаркающий, шаркающий. Как огурчик выноси. Дайте капельку на протофала. БДК будет ловушка и к нам веди. БДК к нам веди. Дай зубы, дай зубы, дай зубы. Вырос большой. Отдай сеску, куда там сеска у тебя одевается. Все, на край все ушли. РДД, милики, аккуратно в РДД ловушка. Милики в стороны там. Тотем, пробуй выносить. Все, возвращайся. Дайте там еще какие-то дефы на него, капельку или что-то дайте. Все четко. Давай, ДК, Слава, забирай. Так, Олег, давай гимн на ману, ставлю тотем, присты, ханты, бейте сверху. В голове, я с тебя подиспалю сало, короче. Через рифт там бейте, у нас один паладин. У нас ретриков нету, точнее. Там по КД через взрывом бейте. Сверка летит, сверка. Вот, да я поймаю, ничего. Хорошо? Не-не, Вань, забирай лучше гнедного, Слава пусть ловит. Окей. Да это был бы ретаунд, если его уронят, и босс бы на меня пошел. Так, Ваня, забирай духа, там сверка, аккуратно, сверка. Сверка, все, духа отверни от Рита, чтобы не дыхнул. Все, становимся в лича, там доты добьют. Все в звездочку. Там локи на краюш, как обычно. Сливаем вальфир. Так, давайте, сливайте. Так, первую не бьем, вторую. Где валькиры в центре? Через трусы играйте, через трусы. Так, вышли из-под валькира осквернения, вышли осквернения. Осквернение Гриши. Давайте, ромбик добивайте. Ничего вы так плохо, валькир, свищитесь? Чего вы там лича долбите? Идемте в центр, становимся в звездочку. К звездочку стоите, чтобы, ну, в одну сторону лететь. Даю рост. Так, готовьтесь, по команде надо будет разбежаться. По команде разбежимся. Станьте звезду пока все. Друг, стань звезду. Стали звезду, скажу, когда разбежаться надо будет. Искривление в сторону. Так, готовьтесь, готовьтесь. Вышли, 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 вышли. Так, две валькири в центре, хилим БДК. БДК хилим, давайте, ромбик играйте, ромбик играйте. По красоте, да? Да, в трусы не бейте, там лок, по-моему. Играйте ромбик только и все. Типки БДК. Да. Стоим на РНЖ, РДД хилы на РНЖу, милики скажу, когда выйти. Так, смотрим осквернение. Вышли, милики, вышли, вышли. Выходите. Так, лужа на ком-то. Гриша. Блять, ну Гриша, твою на... Давайте, становимся в звездочку, забегаем, забегаем туда. Гриша, ты нехороший человек. Давайте, звезду стали, стали звездочку. Давайте, сливайте печеньку, сливайте вторую, сливайте, все три сливайте. Через кружок играйте. Трусы встаньте, через кружок играйте. Давайте, через кружок играйте, больше ДД. Кружок, трусы бейте, ромбик, все давайте, сливайте, успеете. Успеете. Трусы, ромбик, играйте, ромбик, ромбик, только ромбик. Давайте, 2%. Так, вышли оскорбления, Мяша. Трусы улетели плохо. Гриша, Гриша, давай в центр веди. Давайте звездочку стали. Так, сейчас будут вальпиры, потом сразу оскорбления. Стали звездочку, надо будет разбежаться, скажу, когда. Давайте, разбежались, разбежались. Играйте по валькирам, валькир бейте, две валькиры в центре, через трусы играйте. Через трусы. Осквернение, валькиры, аккуратно. РД, играйте трусы и ромбик. Трусы, ромбик играйте, давайте ромбику стан, стан ромбику.
замедлил. Давайте, ромбик, давайте. 5%. 4, 2, 1, все убили, молодцы. Ты на краю, леча переводим. Слава будет. Факру не давай, веди на край, Слава, на край. Захиливаем рейд. Все на край, скрепление нормально, на край все. Все, фаза пошла. Все на край. Бьем духа, который с меткой. Остальных не бить. Давайте, духа с меткой. Поставил печеньку, играйте в печеньку, набрали ренжу. Бьем сферки. Там друиды инеры заливайте. Шадов дай им на ману. Если есть. Давайте нового духа играйте. Что-то я прослакал. Печеньку бьем. Сферки летят аккуратно. Давайте печеньку добиваем. Ой, агро. Печеньку. Все, давайте в нового духа. Забери, Бубет. Забери. Так, агро, печеньку забирайте, но только печеньку бейте, только отверните от рейда, чтобы не дыхнуло. Дух, сфера, стоп под духом, сфера, не бегите. Давайте, стоим, сейчас будет комната. Давайте в комнате за печенькой будем бегать, поставлю печеньку. Я, короче, бегаю, хилю, а вы за мной, я молчу там, если что. Если что, скажешь, когда сокру отдать. Угу. Я там стою, а вы там чуть дальше можете пробежать, только не намного дальше. Давайте, рейд фуловый, нормально. Мяшу. Бежим, там СС, ДК, развести, локи. Давайте, зову забегаем. После комнаты пухнастик, веснешь Машу. Бежим за стеночку, по настеночкой. Все, выход, Машу ресай. Духа забирайте, играем по духу. Так, Мяша, дай им на хп, на ману, ставлю тотем. Так, уходим на ту сторону. Давайте, ты духа, все, веди духа тоже под леча, там он дыхнул нормально, не бойся. Ушли с центра. Духа хлопает, от гневного тоже уйдите, а то сейчас еще раз дыхнуть может. Вышли, нужно осквернение, смотрим, на ком лучше, ушли от леча. Поворотите, играйте в леча. Все, паладин хлопает, мы ушли. Давай, пройди чуть дальше до половинки и можешь постоять. Сейчас будет комната. Все, сейчас комната будет. Давайте, проходите, идите дальше. Давайте, проходим чуть, я там хилю потихоньку, вы там чуть в меня можете дальше чуть бежать. Дайте каску по крестам, пожалуйста. Ну, дайте там по крестам каску. Так, давайте, проходим, сейчас будет выход, и все к порталу бежим, к порталу. Давайте, порталы ушли, смотрим, лужа в центре, лень. Давайте, порталы ушли, протопал хлопает. Все, можешь вести к трону. Так, духи в центре, аккуратно, там паладин, чтобы портал поубивал, аккуратно. Все, ушли к трону. Давайте, два духа вас не убьют, один дух не убьет. Давайте. Вышли от леча. Смотрим, лужа на кому. Ну, блин, плохо. Стой, никуда не веди, сейчас будет комната.
Бейте или сейчас комната нормально все будет. Последняя комната, наверное. В духах бейте, в комнате бейте, бейте. Так, давайте, сейчас будет выход, из всех к порталу идем, вам Лича приведут. Там, к порталу идите, смотрим лужа, пухнастик. Все, к порталу все шли, добиваем Лича. Так, ну, уведи его все-таки, уведи. Да, зачем? Можем, ну, ладно, стойте, добивайте. Все, молодцы. Вы величайшие герои Азии. И как будет? Не знаю, если кто-то соберет парель, поможет. Вторая лужа именно по скиллу, да, Ваня? Да, все нормально. Протопал, заебись играть только на Личе, короче, на Личе, ну, типа, много действий, ну, типа, ассистов разных ты даешь на рейд, типа, блядь, а на всех остальных боссах, блядь, ну, протопал, это такая хуйня, блядь, скучная, пиздец. Не, ну, Синдра вторая фаза, тоже экшен там есть. Да, блядь, там, ну там у тебя нету столько, ты, ну типа, ну на Синдре еще такое, блядь, вот два босса в натуре, блядь, ходи целка ради двух, блядь. Стоп, проф, ты, блядь, весь бой бегаешь в кукле, ты, блядь, танчишь босса, блядь, там 30 секунд, блядь. Проф именно охуенный босс для протопала, просто, ну, самый охуенный. Не-не-не, Лана самый охуенный босс, стоишь в зеркале и кайфуешь. Да, еще Лана, да, вот еще один такой босс пиздатый. Когда прям ты играешь, прям столько скилла проявляешь, что это просто пиздец. Бля, корабли, блядь, тупо четырех мобов танчить, это, блядь. Ну, вы, ребята. Ари, брат, чё, забыл-то самого главного, что ли? Ну, охуенно в РС играть протопалом, там, ну, типа... Да не, ну, нормально, типа, интересно играть протопалом, там, вот, на Личе, например, понимаешь? Ну, типа, блядь, на такие боссы, где, ну, ты хоть что-то делаешь, блядь. Ну, а так ты играешь там классом, у которого, ну, просто, блядь, задача стоять сбоку, бегать рядом, блядь. Не, ну, считай, ты трэш, практически соло танчишь. ДК там игрок не особо дохуя по УЕ. Пиздец, блядь. Трэш, сука, пошел в целка, чтобы потанчить трэш. Пиздец, интересно играть, блядь. Ну, вам не кажется? Ну что, потанчил трэш, тебе шмотку дали, заебись. Все БДКшки бы так хотели, блядь, ты чё? БДК вообще скучно играть, если чё. Если честно. Но если заморачиваешься насчет таймингов, то БДКшки играть очень не скучно. Блин, наверное, поэтому у меня 3 ДК. О, Митриус мне упал. Нормально.
Дроль Димитриус на мейн спек надо кому-то? Да, надо. Маркус на мейн надо кому-то? Так, защитник.